Вы знаете, что такое синхрофазотрон? А это вот такая вот гигантская штука. Я написал, что потерял его. Ну, просто в магазине оставил случайно. Нашелся мошенник, которому даже было лень гуглить, что это. Но он захотел содрать с меня немного денег. Он у меня. Если хотите вернуть, то пришлите 100 рублей на этот номер. Он у вас? Да. Где, дома? Да. А, дом должно быть большой. А где вы его нашли? В магазине, как ты и писал. И вы взяли и унесли его домой? Ну да, я же не знал, что он чей-то. А вы случайно весь магазин с собой не прихватили? Ну, прям целое здание. Чего? Да просто вот интересно, вы все вещи домой тащите. Тебе он нужен или нет? Деньги кидаешь? Конечно, один вопрос. А вы мне потом принесете его? Да. Вы прям очень сильный. Не ваше фото? В смысле? Гуглить надо хотя бы перед тем, как написать. Ну я и дебил.